Две фуры с гуманитарной помощью для пострадавших от паводков отправили из Астаны в Акмолинскую и Карагандинскую области. Продукты и вещи первой необходимости уже сегодня доставят жителям Атбасара и села Садовое в Бухар-Жыравском районе. В течение 3 дней неравнодушные жители столицы и волонтеры собирали все необходимое для отправки. Получилось около 3 тонн гуманитарного груза. В акции «Таскан Комек», объявленной в социальных сетях, уже приняли участие более 300 человек. Гражданское общество города Астаны, оно умеет сплачиваться под такими ценностями, как сопричастность, солидарность. И за 3 дня штаб посетили более 300 человек. Это говорит о том, что сознание наших людей с каждым днем все повышается, и повышается культура. Культура социальной помощи, культура социальной взаимопомощи. И эта акция будет продолжена, это не последняя акция. Я думаю, что в течение 3 дней мы еще сможем отправить еще несколько партий грузов терпящим бедствие нашим братьям и сестрам.